11 октября уже я получил официальное известие от нашего МИДа. Я еду вместе с господином Попеску в Египет. Мы встречаемся по поводу вот уже второй раунд переговоров с Египтом. Мы говорим о стране, где проживает 100 миллионов, где наши яблоки могут пойти просто на ура туда. Это недалеко относительно от Республики Молдова. Логистика понятна. И поэтому, ну там у нас нет сейчас торгового соглашения с ним, поэтому мы должны каким-то образом подписать торговое соглашение, чтобы не было таможенных пошлин при Насколько импорте. Насколько я понимаю, они не только яблоки их интересуют. Да, и другое там. Они могут купить и пшеницу нашу, и другие товары, которые мы производим в довольно-таки больших объемах. То есть мы на сегодняшний момент настроены на то, чтобы разнообразить рынки сбыта молдавских товаров.